Синей полоскою небо, белый на сердце Россия. Крепко за стропы нас держит. Воздушные десантные войска своим днем рождения считает 2 августа 1930 года, когда на учение Московского военного округа первыми был выброшен на парашютах десант для выполнения тактических задач. Этот день особо значим. Он рождает гордость за подвиги дедов и отцов, защищавших Родину. Наша история – это 83 боевых героических года. Это Великая Отечественная война и Афганистан, Абхазия и Осетия, Таджикистан, Чечня, Косово и Грузия. За Россию все же в ответе. Наши ребята из ВДВ. Режет крыло самолета сонную даль поднебесья. И до крылатой пехоты не дотянуться рукой. Руки, как крылья в полете, с ветром и куполом вместе. Просто мужская работа с неба на землю и вой. Мирного неба, легкого ветра, вы только ждите. Тот, кто носит и никогда не заносил глупые погоны, и сам не время. Всю жизнь будет с гордостью произносить слова дяди Сани. Своё мастерство в выполнении комплекса рукопашного боя демонстрирует гвардии головой батарею. Россия,
Мастерство дизайна, как у елки на земле, это оксимон. Но без прыжков с парашютом он не может быть дизайном. Бой один на один обычный для дизайна это дело. Даже если противник вооружен автоматом.